приветствуем всех участников школы. И мы бы хотели поблагодарить правительство Москвы, начальника департамента здравоохранения города Москвы за поддержку. Поддержку этого уникального образовательного проекта. Врачи отличаются. Отличительные признаки. Они какие? Раньше это были категории. Раньше это были диссертации. Раньше это были какие-то постдипломные образования. Сегодня все это осталось. Но появляются также баллы. Баллы, которые как дополнение, если хотите. Сегодня это вот такая альтернатива. Завтра это обязательно. Мы должны быть к этому готовы. И я уверен, что московские урологи будут к этому готовы. Сегодня мы стараемся воспитывать наших молодых коллег таким образом, чтобы они использовали золотые стандарты, которые сегодня есть, стандарты диагностики, стандарты лечения, наблюдения за пациентами. Но они меняются. И каждый год мы будем знакомить наших врачей с новыми достижениями. Почему? Потому что это итог работы больших коллективов. Коллективов не только в нашей стране, и международных коллективов. Потому что мы пошли по пути, и мы интегрированы сегодня в европейскую всемирную урологию. Дорогие московские урологи, приходите на школу. Урологи, наши российские урологи, урологи, не работающие в Москве, приходите на трансляцию, мы всех вас приглашаем. Все эксперты-преподаватели Московской урологической школы являются ведущими специалистами в своих областях, что, конечно, выгодно отличает школу от всех остальных мероприятий, и это очень-очень важно. Приходите.